Главный тренер футбольного клуба «Салют» Олег Сергеев. Олег Вячеславович, ваши комментарии по сегодняшней игре. Мы выиграли, самое главное. Надеюсь, мы поднимемся на 4-е место. А там до тройки недалеко. 10 очков. Да это ерунда. Олег Вячеславович, ну по игре создавалось ощущение, что «Салют» должен был побеждать с более серьезным счетом. Но только 1-0, и в концовке было небольшое напряжение в штрафной. Как вы считаете, в чем проблемы реализации в этом матче заключались? Да это не только в этом матче. У нас в каждой игре момент очень много, но мы забиваем не так много, как хотелось бы. Не знаю, мастерство, наверное, футболистов, которые не забивают. Будем работать над этим в перерыве. Олег Вячеславович, ну в данный момент команда находится на 4-й строчке. Какие планы на вторую половину, весеннюю? Попасть в тройку. Вот и план. Ну если нам дадут деньги, а кому-то из первой тройки не дадут, то это реально. Ну мы так хорошо себя чувствуем, вы видите, в четверке сейчас. А вы не поделитесь инсайдерской информацией, что там начальство планирует выделять очередной транш? Я не могу такие вопросы комментировать. Слухов не ходит никаких, да? Я даже не знаю. Спасибо.